В среду храм Ираван в Бангкоке открыли для посетителей. Это произошло через 2 дня после смертоносного теракта вблизи достопримечательности. В результате взрыва бомбы 22 человека погибло, более 120 получили ранения. Среди погибших 8 иностранцев из нескольких азиатских стран. 3 китайцев, 2 жителя Гонконга, 2 малайзийца и 1 гражданин Филиппин. Кроме того, многие гости из Китая и Тайваня получили ранения. К отремонтированному храму пришли сотни человек, чтобы помолиться за погибших и пострадавших. На этом перекрестке произошло так много плохих вещей, но я верю, что храм Ираван защитит всех. Думаю, правительство и полиция хорошо себя проявили. Я чувствую себя в безопасности. Хочу только, чтобы жизнь вернулась в нормальное русло. В среду власти Таиланда объявили, что ищут соучастников главного подозреваемого в организации теракта. Мужчину, оставляющего на месте рюкзак и уходящего прочь, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Полиция сообщила, что подозреваемый, скорее всего, не является тайцем. Тем временем, во вторник в городе случился еще один небольшой инцидент. Неизвестный бросил в реку с моста маленькое взрывное устройство, которое сдетонировало в воде. Никто не пострадал. Представитель правительства сказал, что оба взрыва могут быть связаны, поскольку в обоих случаях использовали тротил. Однако подтверждения этому пока нет.